Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик, и сегодня мы с вами послушаем Лоливс Сайт. Новенький трещок от Лоливса, которого я как бы после трека код вообще не добавлял никуда, и слушать мы его как бы не должны. Но он в целом сам по себе относительно популярный чел, плюс процентов он набирал много, ажиотаж есть у аудитории, поэтому новый его трек я решил добавить в голосовалку. И да, это было не зря, потому что в этой голосовалке он набрал 22%, что достаточно много. Если вы хотите видеть Лоливса чаще на канале, то есть, несмотря на то, что мне треки не нравятся, но реакции вы хотите видеть, чтобы он был чаще на канале, голосуйте за него каждую пятницу, когда выходит трек у него, да, то есть у нас в Телеграме каждую пятницу опрос. Голосуйте обязательно и не забывайте про Twitch. На Твиче мы с ребятами слушаем релизы, общаемся и еще гнобим Шелзи нахуй всех коллективно. Ну ладно, вот, давайте смотреть. Что это такое? Сейчас посмотрим. Предыдущий трек мне вообще не зашел, ни по свидосу, ни почему. Вот, но есть трачок Сайт. Он в целом очень интересный. У него есть треки Шкёрт, Барыги, Соси Сучка, Кот и Сайт. Это ахуй просто. Ну ладно. Слушаем, что же это будет на этот раз. Let's go. Знаете, мои предложения не всерьез. Я знаю, куда сегодня вечером ты точно зайдешь. Это же твой любимый сайт, больше не мешай. Смотри через свой экран на съемки Милан. Кардинально от другого трека отличается. Такие шмотки, что даже твой папа сказал, что если б не его жена, он бы меня выебал. Твой любимый сайт, больше не мешай. Смотри через свой экран на съемки Милан. А потом твой законы после этого. Слушай, интересно. Круто. Как будто рабочий трек, да? Мне нравится. Вот это уже лучшая история. Круто, как вам? Хуйня скучная, скучная пародия на ПМ. А фан даже не знает, кто такой Лил Пип. Блядь, ты серьезно думаешь, что я, ну, до такого уровня? Нет, я не до такого уровня, блядь. Мне понравилось, слушайте, ну, есть какой-то вайб ПМ, хоть я слушал там буквально, блядь, один альбом, который Магнолия заказывал, никогда не был фанатом ПМ, но даже с того альбома есть какие-то вайбы, согласен. Но там мне не особо нравилось, тут я бы не сказал, что это скучная адаптация, припев у меня лично запоминается в голове, куплет достаточно разнообразный, слушайте, прикольно, мне нравится, вот, я сейчас буду икать, нахуй, вот. Короче, как-то так. В общем, если сравнивать с последним треком, который был что-то около Капсайза, то это гораздо больше мне нравится. Хотя, несмотря на то, что ну, я не фанат ПМ вообще, тут есть эти вайбы, и мне нравится. Вот, очень хорошая ритмика в припеве. Любимый сайт, прошу не мешай, смотрит через свой экран на съемки в Милан, а потом в твой оргазм. На мне такие шмотки, что даже твой папа сказал, что если б не его жена, он бы меня вы... Охуеть, круто. Вот. Ну и куплет, который, по сути, тоже разнообразный. Круто. Блин, ну не знаю, вайб вообще ёбнутый. Меня забрало, нахуй. Меня забрало. Респект. Вот этот трек уже пиздачий гораздо. Так, ну вам никому не зашло, нахуй. Идите нахуй, блядь. Нахуя тогда голосовали вообще, раз вам не зашло. Ну и все, сосите мой пенис. Вот. Мне понравилось. Лоливс будет дальше появляться, я думаю, да. Потому что, ну, один трачок мне зашел все-таки. Да.
На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.